Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – віра, надія, любов. І у нас в студії ієрей Максим Меркулов, клірик Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці. Отец Максим, здравствуйте! Здравствуйте! Благословите, батюшка! Бог благословит! Отец Максим, мы с вами встречаемся в конце сентября. Такая, в принципе, благодатная пора. Сентябрь – это вообще замечательный осенний месяц, первый месяц осени. Он уже проходит, и в самый последний день сентября за православным календарем Святая Церковь наша совершает память удивительных святых – Вера, Надежда, Любовь и Матерь их София. И некоторые православные считают, что, в принципе, именно этот день – православный женский день, потому что вера, надежда, любовь и Матерь их София – четыре такие самые, одни из самых главных имени женских, да? И вот хотелось бы сегодня и вспомнить этих святых, и поговорить об этих добродетелях, может быть, даже именно это и являются краеугольные камни, на которых изиждется вся наша добродетельная жизнь, как вы полагаете? Братья и сестры, здравствуйте. Действительно, вера, надежда и любовь – это не только имена святых мучениц, которых знает весь православный и христианский мир, память которых празднуется 30 сентября, но это еще имеет духовный смысл их имена. Это имена тех добродетелей, к которым нравственно учит Церковь жить каждому христианину. Ведь у них была премудрая Матерь, София, что означает премудрость. Сама София – это женщина, которая имела крепкую веру, жившая со своими детьми верой, надеждой, любовью, во втором веке в Италии, и пострадали они в Риме за исповедание своей веры. Так как она имела надежду и веру в Бога, конечно же, она старалась не только воспитать своих девочек в многих христианских добродетелях, показать им свою тоже жизнь праведную и благочестивую. Вот она еще и делает, совершает такой действительно истинный поступок, называет своих детей именами трех добродетелей – верой, надеждой и любовью. Как апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит как раз об этом, что сегодня, сейчас пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше, как бы делая акцент на любовь, как высшую добродетель, как имя даже Бога, что мы знаем, как Бог есть любовь. Хотя любовь была в этой семье младшей девочкой. Они сами были дети от 12 до 9 лет. Конечно же, прославились они своим мученическим венцом, исповеданием своей веры. Когда узнали некоторые люди, занимавшие административную должность в этом городе, где они жили, что они христиане, ревностные христиане, что дети стараются тоже укрепляться в вере христианской, веры во Христа. Конечно же, они, все эти слухи дошли до Адриана, императора, который правил, и, естественно, их вызвали на допрос. «Откажись, София, от своих убеждений, говорит император, и не учи своих детей, потому что все это неправда. Поклонитесь Артемиде, и мы вас отпустим с миром». Конечно же, София, она старалась и своим примером, и словом показать детям, что мы должны быть верны Христу, к своему небесному жениху. Конечно же, девочки отказались поклонению идолу, и их начали мучать разными истязаниями и бросали в котел, горящий котел, и на колесе их
побивали плетями. И, конечно же, видя это все, София тоже мучилась. Еще большее мучение предал Андриан своей этой матери Софии тем, что он окровавленные мертвые тела этих мучениц маленьких отдал ей. И она, конечно же, погребла их с почестью. Через 3 дня на этой же могиле своих детей она скончалась. Как бы тоже является мученицей, мученицей духовной такой, как бы, потому что она терпела все, переживая сердцем, материнским сердцем, видя мучения своих детей. Такое краткое житие этих великих мучениц, которые сравниваются с добродетелями христианскими, но очень поучительное, нравственное для всех нас. Еще очень интересный момент можно заметить в житии их, что действительно премудрая София шла именно нравственным и истинным путем, когда делала такой поступок, называя своих детей христианскими добродетелями. Сегодня можно посмотреть, как мы называем своих детей. Допустим, именем какого-то любимого актера там, или тем именем, которое распространено там, не у нас, допустим, в стране, где мы живем, а может в другой стране. А какая разница? Вот мне нравится это имя и все. А здесь пример, чтобы эти дети, зная свое имя, во-первых, имели покровителя небесного, во-вторых, подражали примеру как бы, этой добродетели, выше которых любовь. Конечно, мать София так и учила их. Будьте подобны тем добродетелям, в честь которых вы названы. Мы, конечно, все будем стремиться жить в вере, надежде, любови, но будьте каждый как бы, свои добродетели, научаться в этой добродетели. Поэтому это пример для всех нас. Называть имена тех добродетелей, либо святых, которые будут за это, как бы дети будут наши иметь покровителей на небе. И таких святых много, которые мы имеем в церковном календаре. Чтобы не называя, не делать ошибки, называя детей именами теми, которые совершенно не касаются нашей христианской традиции. Ведь все мы христиане. И, конечно же, большинство мы православные христиане. Поэтому это для нас назидательный очень пример. Отец Максим, читая и слушая житие святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, конечно, невольно содрогаешься, потому что действительно страшные мучения претерпевали эти мученицы. И София, их матерь, она обладала мужеством, которое сегодня, в принципе, наверное, недоступно современным людям, потому что все сегодня чего-то боятся. И, может быть, следует обращаться к Софии с просьбой, к святой Софии с просьбой о том, чтобы она помогала обретать такое мужество, противостоять сегодняшним таким сложностям, трудностям, проблемам. Хотя эти наши сегодняшние проблемы, но согласитесь, телезрители, по сравнению с теми страшными событиями, которые разворачивались в те далекие и одновременно близкие годы, просто даже несравнимы? Ну, конечно же, времена они всегда были тяжелые, особенно для христиан. Церковь Христова, она всегда была гонима. Но Христос нас предупреждал, что я создам церковь свою, но врата адова не одолеют ее. И люди, конечно же, верой в Бога, они преодолевали все эти трудности. Но София – это ж премудрость, это ж то, тоже ее имя означает премудрость. А мы знаем, как премудрый Соломон сказал, что начало премудрости – это страх Господень. То есть, чтобы быть мудрым, нужно иметь страх Господень. А со страхом Господним, конечно же, у нас будет и мужество, и добродетель, и конечно же, вера, и надежда, и любовь, те же христианские добродетели, о которых мы говорим. Но что такое страх Божий? Страх Божий – это не означает бояться Бога, трепетать перед Ним, как таким грозным судьей, который всегда наказывает грешника. Нет. Бояться Бога – это значит бояться не оскорбить Бога своими грехами, своей жизнью, своими поступками. Вот как на примере, как мы можем
стараться, бояться не оскорбить своих родителей, которые нас воспитали, которые, любой поступок неправильный, не подходящий тем словам, которые они нам говорили, когда воспитывали нас, оскорбляет их. То же самое и Бог, как Отец наш, мы тоже должны иметь страх Божий, каждый христианин, чтобы, не дай Бог, не оскорбить Бога своими грехами. Потому что многие понимают страх Божий, как вот трепетать пред Богом, как бояться Его, где-то скрываться, прятаться, как это делали Адам и Ева после грехопадения, как мы читаем в Библии. Поэтому вот этот страх Божий, премудрую Софию, конечно, подвязал на эти мужества. Ведь она могла спокойно, видя это мучение, сказать: «Все, мы отказываемся от своих убеждений, от своей веры, только не мучите моих детей». Эти можно даже невозможно представить, как это вообще нужно было переживать, эти страдания своих детей. Но она была тверда в вере. И, конечно же, мужественно в вере. «Стойте до конца ради своего небесного жениха Христа». Это великое дело. Конечно же, для многих это непонятно, как это можно своих детей, которых мы всегда ограждаем, которым мы стараемся предоставить какой-то покой и разные утешения, мы подвигать будем на мучение. Мучьтесь, умирайте. Ничего страшного здесь нет. Вот она имела такое мужество, и она была права, потому что жила верой, и дети ее жили верой, по своему примеру. Поэтому мужество в нашей вере христианской – это очень важно. Это тоже является добродетелью. Потому что не только три добродетели, о которых мы говорим. Добродетелью может быть и смирение, и молитва, и труд, и целомудрие, и, конечно же, мужество. Но можно сказать, что, в принципе, по христианскому учению женщина должна быть украшена тремя добродетелями. Она должна иметь веру, она должна иметь надежду, и она должна быть сама любовь, то есть она должна свою любовь отдавать ближним и дальним. И, конечно, при этом она должна быть мудрой и мужественной. Конечно, в женщине должны сочетаться те три добродетели и, конечно же, мудрость. Ведь это как раз пример этих святых мучениц, веры, надежды, любови и их матери Софии. Это нравственный пример вот для каждого христианина, и, ну и, конечно же, для женщины, которая может как бы спокойно в этот день совершать как бы память этих святых, зная, что это может, как бы такой небольшой, маленький женский день, который она может прославлять этих святых. То есть женщина все-таки должна быть мудрой, хотя очень часто мы слышим выражение «баба дура». Значит, баба не дура. Конечно же, должна быть мудрая. Все мы должны быть мудрыми. Не сказано, что женщина будет мудрой или мужчина будет мудрой. Все мы должны стараться к мудрости. Но начало мудрости – страх Господень. Это, то есть, без этого все остальное не может быть. Если я буду мудрой без страха Божьего, как раз это будет то, о чем вы говорите, женщина. Поэтому, если это все старается сочетать мудрость со страхом Божьим, как это должно быть, тогда будет совсем немножко у нее другое понимание. И по-другому она будет в многих поступках, в ситуациях поступать. Отец Максим, стремительный темп нашей жизни, невзгоды, скорби, которые теснят со всех сторон, часто вытесняют этот страх Господень из души. И выступает вперед чисто материальные какие-то нюансы. Не до жиру, как говорится, быть бы живу. Вот нужно туда побежать, сюда побежать, там заработать, там детей накормить и так далее. И женщина превращается в такую, но она утрачивает даже, она утрачивает женственность. Ну, опять же, все зависит от веры. То есть верующая женщина не станет бегать туда-сюда? Будет бегать, конечно. Будет. Ну как это? Если человек живет... Вера ее не освобождает, вот, если, да, от беготни? Конечно. Если мы говорим о смысле, если как переживать эти все, всю эту суету или да, там трудности. И не завертеться в суете. Ну конечно. То есть человек верующий, опять же, он будет относиться к этому через веру. Ну, не будем брать там пример премудрой Софии, потому что это совсем другой пример.
Вот много из жизни церкви святых, которые церковь прославляет как праведные, которые жили в семье и угодили Богу, которые жили в этой суете, которые тоже имели детей, работу, суетность, но одновременно они жили верой, надеждой, любовью, имели молитву, имели духовный и телесный труд, и так с Божьей помощью спасались. Когда человек полностью предается суете, потому что, ну, мне другого выхода. Мне некогда в воскресенье пойти в храм, потому что мне надо побежать на рынок скупиться. Хотя это можно сделать и после богослужения. Или там мне нужно работать. Ну, это тоже неправильно, потому что Бог нам дал заповедь. Воскресный день – это день Божий. Посвятить богослужению, добрым делам, а потом все остальное, то, что касается нашего… Ну, скупиться, само собой. Ну да, но все равно отслужили службочку, помолились, поблагодарили Бога, взяли благословение на предстоящую неделю и пошли за покупками. Или пошли работать только после богослужения. Когда мы как бы оправдываем себя вот этой всей суетой, прикрывая веру, которая должна быть выше этой суеты, тогда это неправильно. Всему свое время, но помолись, а Господь тебе даст и скупиться, и на покупки, все. Но это опять же должно быть через веру, через вот эту добродетель, которая должна иметь ну, не только женщина, а каждый христианин. Вера без дел мертва есть. То есть, конечно же, мы должны через веру и совершать добрые дела. Поэтому, ну. Отец Максим, и еще один очень важный аспект, который вы сегодня назвали, это когда премудрая София воспитывала своих дочерей в вере, надежде и любви, и дала им свои имена. То есть аспект воспитания, что этим добродетелям нужно воспитывать детей с раннего возраста. Сами по себе они не приходят. Ну, конечно же, об этом нужно говорить детям. А самый же яркий, пример воспитания – это собственный пример жизни. Когда мама с папой или мама живет этими добродетелями, дети это все впитывают в себя. А когда мы только говорим об этих добродетелях, но живем по-другому, то смысла в этом нет. Естественно, София жила этими добродетелями, потому что она была настоящей христианкой, ревностной. И она старалась дать это воспитание, научить детей так же само жить этой верой, надеждой, любовью, как и все мы должны быть. То есть самый главный вот этот момент воспитания – это собственный пример. Когда мы собственным примером показываем своим детям. Вот, допустим, меня поразил один случай вот недавно. Ну, для кого-то это будет ну, как бы незаметным, там, таким каким-то бессмысленным. А вот, мне кажется, для христианина или вообще для нравственного человека любого – это заденет. Допустим, идешь возле в пиццерии за столиком сидит бабушка, ее дочка и их ее маленькая внучка. И бабушка с папиросой, мама этой девочки с папиросой. И девочка с папиросой. Девочка да. Пока не с папиросой, но она все вот это вот открытым ротиком все наблюдает. И нормально, все вроде хорошо, все хорошо, они общаются, все вроде ничего такого странного нету. Но со стороны это смотрится совершенно некрасиво. Естественно, через годик-два эта девочка тоже будет совершать такой же поступок. Причина в чем? Пример бабушки и мамы. Если в этот момент, когда мама затягивает сигарету, она будет говорить о каких-то какой-то нравственности, что это должна быть нравственная, это должна соблюдать чистоту и духовную, и телесную, и подтягивать сигарету, смысла в этом не будет, в этих словах. Вот, ну, мне кажется, это яркий пример для всех нас. Это некрасиво, во-первых. А по-христиански это греховно. И, конечно же, нравственность этой девочки уже будет не такая. Дай Бог, конечно, чтобы было все по-другому. Но пример есть уже. Вот это вот непонятие.
Поэтому... То есть добродетель должна быть частью жизни родителей, если они хотят, чтобы их дети были, выросли хорошими людьми. Ну, конечно. Если, опять же, ну, если это люди, которые имеют веру, если это формально, либо у них какие-то другие... Ну, видите, мы же должны жить ценностями. Если для христианина ценность святость, или там вера, надежда, любовь, эти добродетели, для нас это важно, это святое, то, конечно же, да, они так и будут жить. А если для нас ценность что-то другое, там, достаток, чтобы ребенок был в достатке, ребенок был хорошо образован, там, замучен всякими там танцами и всем остальным, то это тоже нормально, но это для человека ценность. Для христианина ценность другое. То есть мы говорим, если что важно для человека, вера, надежда, любовь, и он этим живет, либо там другое, что... Поэтому для нас могут сегодня не понять. Там, допустим, те люди, у которых ценности другие. Вот, допустим, у них ценность другая. Ну, ничего тут страшного нету. Пусть надо, пусть покурит в свое время. А мы говорим, нет, а у нас ценности другие. Для чего? Зачем? С такого возраста приучать ребенка видеть вот эту вот такую жизнь родителей. То есть все зависит от примера родителей в воспитании. Больше ничего. А знаете, отец Максим, я думаю, вы согласитесь с тем, что и телезрители согласятся, что добро и зло, они существуют в мире. И мы, конечно, учим своих детей добру, да, телезрители? Ну, мы учим добру. Но это так сложно. Дети так сложно воспринимают добро и так легко зло. И можно очень быстро разрушить то, чему учили, а зло, оно как-то впитывается, и ребенок скорее совершит злой поступок, чем добрый. Почему так? Но опять же, все же... Почему так медленно под добро? Примеры родителей. Ведь добро тоже не всегда может быть полезно. Ну, в каком смысле? Если, допустим... Папа или мама, отправляя своего ребенка, говорит, ты там в школе, если надо, ты давай сдачи, там, защити себя. Либо ты, они говорят, ты если при любом случае бей, то есть не разбираясь. Вроде добро, да, ты себя должен защитить, ты себя должен, за себя должен постоять. Но подожди, если без причины, ты не давай сдачи, посмотри. Постарайся наладить эту дружбу, ситуацию разрядить. Поэтому вот для кого-то это добро, а для кого-то это может быть, ну, не добром. То есть вы думаете, что когда отправляя ребенка в школу... Чаще случаев это рассказывают поэтому. Я своего ребенка отправил в школу, говорю, если надо, давай сдачи, чтобы ты всегда был... защищен сам с самим собой. Вы говорите своему ребенку. Не, я не говорю. Вы это, не я говорите, слышу да? такое, да. У меня дети еще не ходят в школу. Просто для кого-то это, ну, вроде это добро, я учу добру, потому что ты должен себя защитить, чтобы потом, может, защитить маму с папой, там, ну, как бы, разные ты. А не всегда это может быть добром. Через это может быть много потом разных проблем, которые за собой несут. Так что ж, учить ребенка, если тебя обижают, не давать сдачу, терпи. Как тогда быть? Нет, надо объяснить, что если... Что бить нужно в крайнем случае, да, отец Максим? Если это нужно, да. Действительно, постоять за себя. Тогда уже можно. Ну, может быть и можно. А может быть иногда полезно и просто отойти в сторону. Но у детей все по-другому. Мы же с вами знаем. Отец Максим, будьте добры. Итак, возвращаясь к празднику, который мы празднуем 30 сентября. Вера, надежда, любовь и Матерь их София. В принципе, как мы уже выяснили, это православный женский день. Женщины, готовьтесь. Мужчины, поздравляйте. Или мужчинам не надо поздравлять? Почему? Надо. Любая причина принести радость своему любимому человеку, надо там ждать какого-то там особого дня, международного там женского дня, или есть возможность, пожалуйста, конечно, нужно поздравить. Более это для христиан это особый день,
Не только потому, что там наши мамы, бабушки, там сестры названы в честь этих святых, а это добродетели, которые полезны всем женщинам. Даже она будет Татьяна, но вера, надежда и любовь ей нужна, особенно премудрая София, которой тоже молитвы нужны нам. Ведь все начинается с премудрости, опять же, это же была их мама, и она уже премудро дала имена. Поэтому поздравляйте, конечно же, своих любимых женщин. Пусть это будет тоже частью этого большого или международного женского дня, к которому мы привыкли. Пусть это не будет такой искать причину. Вот сегодня такой день, я поздравлю. Есть возможность поздравлять и каждый день. Угу. Каждый день, делая какое-то уважение своему любимому человеку, это только привлекает... Это приумножает добро, любовь, приумножает, да, отец Максим? Да, любовь. Отец Максим, спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. Мы сегодня, друзья мои, со священником Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, отцом Максимом Меркуловым, говорили о празднике Международном женском православном дне, вере, надежде и любови, а также премудрой Софии, их матери, которые Православная Церковь отмечает 30 сентября. Дорогие веры, надежды, любови, Софии и в их лице – все женщины, будьте здоровы, и пусть вас хранит Господь. Це була розмова на тему. На все добре.